Что это? Жалко, очки за дрифт еще не дают. За повороты обычно дают. Или нет? За то, что ты прыгаешь постоянно на этих. Ну, за прыжки точно дают, я знаю. Тачку улучшишь, что ли? А чё, догнать не можешь? Да. Я все третье поставил. Как ты эти ладно? Сейчас, подожди, я скрафчу там легендарное сцепление. Откуда у тебя оно? У тебя тоже оно есть. Мы когда чертежи ходили, собирали. Но только надо найти синтетику где-то одну. Экспериментальная? Да-да-да. Экспериментальная армейская. У меня колеса. Колеса и блин, одну подвеска. Место. Во, тоже, да, одна синтетика. Колеса-то я улучшил. А, да? Сцепление, да, мне ни одного не хватило. Сейчас, подожди, тут поищем ответ. Она только с армейских. Ну, хотя птичка. Тут ты найдешь чисто болты и там, может быть, еще что-то. Маска. Болты. Какая маска? Маска обычная. О! Сундучок. Нет, какой синтетик? Синтетика, пожалуйста. Пожалуйста, синтетика. Где деталь первого двигателя болты? Забудь, пошли. А как подниматься на нее? Пешочком, что? Пешочком, все, пешочком. Ну и за два крюка. Я за один справился. Какая там? А, в колодце что-то. О, да, сложно, да, по лесенке подниматься, запыхался на. Не, а серо, это снизу там. О, краска. Матерь. Тут, кстати, вода. Блин. Чё, я там краешком задел ножкой. У меня почти четвертый уровень был. Чёрт. Надо, оказывается, прыгнуть. Не жалко, я почти четвертый уровень получил. Кто-то до сих пор еще не может получить. Ты мало убиваешь, значит.
Пожалуйста, сейчас наверняка. Подводные водоросли можно тут набрать. Ой, сундук тут есть. Еще один револьвер. Рейнджер, да, у которого урон гораздо больше. И все остальное слабее. Похилите меня. Спасибо. О, у меня красненький. И серый, кстати, я тебя пожалел. Я мог тебе четвертое поставить. Я решил, думаю, дай-ка армейский коплю. Нам, кстати, будет найти все эти армейские. О, синтетика. Теперь на всех армейских будем останавливаться. У меня смазка. О, тоже синтетика. Блин, теперь что лучше? Тормоза. А, колеса, да, там? Колеса и. Колеса, либо подсветка. Я и то поставил. А, ну это у тебя. Управляемость либо сцепление. Сцепление. Теперь на каждом блокпосте останавливаемся, да? О, уровень жизни очень хор. Чё, Серый? Прокачивают тебя, я не забываю. Сейчас забрать меня, да? Зачем? Или по сюжетке? Давай сюжетку. Я не думаю, что это прям последнее место. Не-не-не, это не последнее. Так даже если последнее, все равно вернее не можем вернуться. Это же открытый мир полный. Не, в конце же мы становимся крикуном, как бы. Так это все равно. О! Это ты, я понял. Что? А, пас? Пусто, тут пусто, ничего нет. Все, это обманка.
Нифига себе, военный сильный. Ну где? Да, еду. И что ты говорил, их можно было спокойно быть тихой. Да? У вас синтетика не найдется? Это дерево. Отдельные гранты не надо. Они подорвать хотели, что ли? Взорвать хотели. А сюда можно было проехать, ты смотри. А нифига, даже сзади не будет. Мне видимо слишком большие. О, нет, уже сильно меня откинул. Но сдох. Second one's dead too, no surprise there. Holy fuck, Rises men? Вверху не залезть. Тут проще намного. А. Пусто. The goods are undamaged. All right, then where are they? Are you there? I'm at the cave you mentioned, and I found two of your brothers dead. I also heard a distress call. It mentioned some goods that aren't here. So they were stolen. All right. Please keep investigating. We'll try to gather some information about the third brother. Listen, be on the lookout for orange uniforms or a symbol, three horizontal stripes. Excuse me? The bandits in here, these are Rises thugs. They're worse than the undead. What happened in Haran? That's mostly their fault. Oh, I see. Sure, that information will prove useful. Что? А, ну хоть упасть на них можно. Нет, а обычные большие зомби.
So what this is when you put it back in. Я бы. Сейчас через всю карту. Блокпосты. Серый, в городе немного машин кормить. А, то есть я правильно, да, понял? Да. Реку моря. Ну не до этого, мы машину перевернули. Чего пришел? Только вытолкнуть ее. Да. А что там? За реку моря, если он так близко, мы. А он в городе. Ну нам, ну, под нам по пути. Там как раз туда за запчастями надо. Туда булки упали. Это не военная. Как? Это обычный УАЗик. Вот тут спереди военный точно.